Так, с нами талисман команды «Форвард», капитан Влад Письменный. Влад, вы сегодня достаточно уверенно закончили игру со счетом, если не ошибаюсь, 8-0. Скажи, пожалуйста, почему именно вы заявились в третью лигу с таким уровнем игры, а не более выше? Ну, приветствую вас на новом турнире. Мы заявились специально на третью лигу, чтобы проверить свой резерв. Сегодня у нас ребята вышли, у нас 4 человека новеньких. Показали хороший, достойный футбол, отметились и голевыми, и результативными действиями. Также я сам уже, сколько после травмы, вернулся. Да, не в самой лучшей форме. Вот, восстанавливаюсь, отдал тоже, по-моему, голевую, да. Отдал хорошую, я ее ценю. Ну, будем... Это мы видели, это мы отметили в своих комментированиях. Влад, скажи, пожалуйста, вот вы участвуете уже во втором турнире. Что вас привлекает в Краснодарской футбольной лиге, что позволило вам остаться, а не уйти после первого турнира? Слушай, Валер, я скажу честно, мне здесь очень нравится организация, открытость самого турнира. То есть я напрямую общаюсь с руководителями. То есть полностью все в ручном режиме, какие-то вопросы, сразу же мне предоставляются ответы. Опять же, и уровень команд достаточно хороший. Да и сама атмосфера приятная, как от таких людей уйти, так, как от тебя, как от Лени, как от, от Русика. Ты еще неопытный, да. Убираю у него микрофон, спасибо за интервью, спасибо, потому что его не остановить.